Ладно, главное не побить. Я понял. Я требую, чтобы добавили песню Рика Эстли. You know, help him make the best of the chances he's given. Hey, if it's about the girl, I saw her first. Don't get too creepy, all right? She's a professional woman who's doing a job. You leave it at that. No sexual harassment in the workplace, T. Not on my watch. I'm serious. Both of you, back off her. Hey, your car's still all right, right? Good to see you taking this seriously, Frank. Давай. Good management. Ну что там, руками на педали жмете, что ли, если не есть ни хрена? На месте. Наш же Тревор не привез кусок горящего металла. Gentlemen, move the vehicles. Hey, give me 5, 5, and 5. Oh, hey, chest kiss, homie. Boom. Dog, come on, man. You got the fucking paper? Abso-fucking-lutely. Look, you finish the job, you get the paper. But the order was for 5 cars. If I'm not mistaken, that's only 2. Just give me the fucking money now! Oh, I'm so scared. I really, really am. But you know what? I'm a payment on completion of work type of guy. You don't like the job? Take a fucking walk. Like, come on, man. Hold on. So what's next, man? Well, it's the Z-type. Chad Mulligan. Lay it on him, kid. Mulligan's a record producer. He's going through a messy divorce. He's hiding his valuable assets, including the car, so that makes it complicated. He'll clock any ground surveillance we run. All we've got to go on is that the car's in a lockup in Howick. Это не тот, у которого там велики постоянно грабят. Not quite. We have access to an LSPD helicopter. The computer on board can ID pedestrians from a chip in their driver's license. Find Mulligan and Howick, follow him to the lockup. Someone on the ground collects the car. All right. So, who does what? You're not needed for this job. Phillips, you're in the chopper. Clinton, you're on the ground. Yeah, I don't understand the deal between you two. Yeah, well, I don't understand the deal between you two either. But you know what? Life is just one long mystery. Bye-bye, gentlemen, and stay spiritual. Oh, and Michael, I'll be in touch about your friend, Solomon. All right, good. Что? Вы видели? Закрылась дверь гаража. Он поехал. И ни хрена не заплатили. Как, впрочем, было понятно из разговора. Шикарно. Да и без тачки еще пооставили. Ты че развернулся сразу? Как будто призрака увидел, а? Все что-то разворачиваются. Да хватит в два уха мне базарить по телефону, а? Я тебе сказал, хватит два уха базарить мне по телефону. О, господи, хватит. Присядь. Да устал просто, парень. Держи. Валить надо. Оборзели совсем.
Совсем оборзели, в конец прям. Да не такой паркур, дубина. Нормальный. Нам надо попасть в этот гараж. В котором ни черта ни одной тачки. А нет, что-то есть. Какое-то малолитражное говно и... Мустанг. Теперь во всех магазинах амунации можно приобрести полицейские дубинки. Ну, просто замечательно. Мне бы еще приобрести выход из этого гаража. Ага. Проблемы, офицеры. Просто взяли, кинули тачку, никого нет. Теперь большой выбор стекол и колес. Измените внешний вид вашей тачки. Новые щитки, спойлеры, пороги, броня. Огромный выбор на складе. Доступно более 60 модификаций. Или 80. Пока читал, врезался и повредил свой прекрасный мустанг. А нет, не повредил. Вот прикольная миссия была. Куда я опять заехал? Погнали, фигли. Я вообще не собирался ничего делать. Я просто остановился на секунду. Не вылети-ка через лобовое, пожалуйста. Какой-то марш-бросок самоубийцы здесь происходит. На, ну в переулок поехали, фигли, коза. Домой я тебя не потащу. Доступные услуги 150 и 70, да? Ну давай за 100. Я надеюсь, ты там не на коробке передач услуги мне оказываешь. Что-то. Что-то прострелило в спине. Он что-то почувствовал. Ну что, огласите весь список, пожалуйста. Хорошо, хоть кровище на капоте нет, никого не задавил. Что? Ты еще пытаешься говорить? Заткнись и делай дело.
Это будет продолжаться полчаса. Да пошел ты нафиг уже, а. Ну, давайте последнее. Мне уже надоело, конечно, но... А, ну понятно, чем различается 70 и 100 баксов. Да, 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 все, все, все. Черт, я попал. А, ну молодец, все, быстро, хорош. А теперь лечиться за 20 тысяч баксов. Сразу же в клинику. Мне интересно. Я рассчитывал на какой-нибудь абсурд. Но покататься по ночному городу можно. Да ладно, ну... Ну каким раком-то? Держи. Не получилось. Ладно, повезло им. Что по поводу всего? Господи, ну... А можно посмотреть... Графики за большее количество времени. Меня напрягает начинает все это. Упс. Упс. А чё? Что-то не нравится? Машина не нравится? Я так понял, что машина не нравится, да? Легко исправим. Даже радиостанция та же самая осталась. И как отсюда выехать? Я, по-моему, переоценил силы этой тачки.